Ukrainos balsas. Laidą Ukrainos balsas remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, čia laida Ukrainos balsas, kurioje kalbiname politologus, Ukrainos žurnalistus, savanorius apie tai, kas gyvyksta toje šalyje. Andrejus Sokara, politologas, šiandien su mumis, su juo kalbėjausi rusų kalba, po interviu trumpai pateiksiu pokalbio vertimą, tik pasakysiu, kad šią laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Andrej Okara, politologas, nami, laba diena. Labą dieną. Есть какие-нибудь шансы про на переговоры или нет никаких шансов на переговоры, перемирия? Мы видим, что разговор о переговорах между Москвой, Киевом и Западом идут с первых дней этой войны, то есть еще с конца февраля месяца. Однако о какой бы то ни было результативности можно говорить было до конца марта. Мы помним, что в Стамбуле работали там российская и украинская делегации, они пытались говорить о каких-то взаимоприемлемых условиях, однако после Бучи это все оказалось невозможным по моральным и политическим соображениям, и чем дальше, тем любая перспектива переговоров становится совершенно призрачной, потому что Россия требует у Украины фактически капитуляции и самоуничтожения, то есть таких условий, которые приведут к ликвидации украинского государства и украинского народа. Соответственно, Киев требует у Москвы то, что неприемлемо для Москвы, а именно возврат и территории или по границе 91 года, то есть включая Крым и Донбасс, либо по состоянию на 23 февраля этого года, то есть за исключением Крыма и Донбасса. Соответственно, сейчас мы видим, что Путин и Кремль всячески пытаются принудить Украину к какому-то диалогу, но мы видим, что невозможно от слова совсем. Но, тем не менее, в этом процессе участвуют и многие западные политики, то есть Кремль фактически просит Запад помочь ему надавить на Киев и склонить Киев к переговорам. И в этом смысле вот заявления, точнее реплики Илона Маска о том, как он видит, вот что хорошо бы, вот Крым пусть будет российским, а Украина пусть заявит о своем нейтральном статусе и так далее. Ну, фактически это примерно такие же требования, которые Кремль пытается продвигать Киеву через каких-то своих западных, таких не то чтобы союзников, но каких-то политиков, которые по той или иной причине пытаются быть такими то ли миротворцами, то ли играть такую сложную игру, которая предполагает не победу Украины, а такую как бы российско-украинскую ничью. Но это невозможно, думаете вы, да? Сегодня. Это невозможно, потому что такое решение не может принять Зеленский и высшее руководство Украины. А если бы Зеленский и высшее руководство Украины такое решение приняло бы, Украина такая страна, в которой власть очень зависит от народного мнения, от
общественного понимания той или иной проблемы. Именно поэтому в Украине случился и первый Майдан, и второй Майдан. И, соответственно, любой, кто на такое сейчас бы согласился, ну, он просто будет сметен волной народного гнева. Ну, это значит, что народ хочет, чтобы все решалось на поле боя или что? Да, народ хочет именно этого, народ хочет победы. Более того, в последние две недели мы видим вопрос о применении тактического ядерного оружия из абстрактной сферы переместился в сферу таких реального политологического обсуждения. И ну, разные люди, политологи, эксперты оценивают вероятность такого применения. Соответственно, Кремль пытается запугивать Запад, мол, смотрите, вы не идете на наши условия, вы не идете на переговоры, но теперь, после того, как мы аннексировали четыре области, теперь это мы считаем Россией, и Украина там вот на нашей территории, на нашей российской Херсонщине присутствует, соответственно, мы применим против нее ядерное оружие, мол, или против вас применим ядерное оружие, мол, берегитесь и как-то повлияйте на Зеленского. Но, тем не менее, вот в украинском обществе сложился сейчас такой консенсус и какое-то ощущение жизни такое, что украинцы сейчас не боятся ничего, включая ядерное оружие и ядерную войну. Это, возможно, реально, на ваш взгляд, или нет? Насколько это реально? Насколько это реально? Начнем с того, что опция применения тактического ядерного оружия у Кремля существует. Российский потенциал тактического оружия больше, чем западный и, в частности, американский. Этот потенциал может быть использован по решению президент плюс министр обороны плюс начальник генерального штаба. Конечно же, команда на пуск ракеты может быть остановлена на уровне просто вот выполнения этой команды. В этой цепочке там порядка 10 человек, и кто-то из офицеров, кому приходит такая команда, может просто подумать о том, что жизнь лучше, чем смерть. Во-вторых, конечно же, подготовка к пуску тактического ядерного оружия, она отслеживается западными разведками, и в случае, если такая подготовка будет иметь место, может быть нанесен превентивный неядерный удар по каким-то местам принятия решений в Российской Федерации. Но, однако, существуют также и такие ядерные заряды, которые стреляют на небольшую дальность, там 60-40 километров из гаубиц «Гиацинт» и «Пион». Это сложнее такие заряды отследить. Тактический ядерный заряд гипотетически может быть запущен или по территории Украины, или демонстрационный выстрел где-то над нейтральной территорией или над, например, Арктикой, в Тихом океане, над Черным морем, то есть просто демонстрация таких возможностей. Или же такой удар может случиться даже по территории одной из европейских стран, членов НАТО. Мы понимаем, что удар по территории страны НАТО это должен включать пятую статью, и это глобальная война между Россией и НАТО. Однако, такой вариант, по идее, должен рассматриваться как невозможный. Однако мы видим, что сейчас психическое состояние высшего руководства Российской Федерации настолько напряженное, что любые невозможные сценарии могут стать вполне возможными. Конечно же, другой вопрос, может ли привести обмен тактическими ядерными ударами к обмену уже стратегическими ударами и к такой глобальной ядерной войне, такая вероятность тоже существует, но на данный момент она, ну,
как представляется, невелика. Но мы видим, что успехи вооруженных сил Украины в Херсонской области, в Луганской области, в Донецкой области, они, ну, на территориях, которые теперь Россия считает своими, они таковы, что в перспективе, достаточно недалекой перспективе, могут сложиться все условия для победы Украины и проигрыша России. В понимании руководителей Российской Федерации это невозможная ситуация, то есть Россия проиграть не может, они так считают, а поэтому, как они, ну, как тот же Путин выражается, что нам не нужен мир, в котором не будет России, в котором Россия не побеждает всех. Соответственно, вот в ситуации, когда Украина наносит поражение конвенциональным оружием, то есть обычными вооруженными силами, это как раз ситуация наиболее вероятная для того, чтобы в ответ прилетело, чтобы в ответ прилетел ядерный привет. Apie galimas Kijevo, Maskvos ir Vakarų derybas kalbama nuo pat karo pradžios, sako Andrejus Okara, bet po Bučios jokios derybos tapo neįmanomos. Ir kuo toliau, tuo labiau bet kokių derybų galimybė tampa vis labiau miglota. Todėl, kad Rusija iš Ukrainos reikalauja kapituliacijos, valstybės bei tautos susinaikinimo, o Kijevas iš Maskvos reikalauja užgrobtų teritorijų, skaitant Krymą gražinimo. Šiuo metu matome, kad Putinas ir Kremlius stengiasi priversti Ukrainą užmegzti kokį nors dialogą. Šiame procese dalyvauja ir daugelis vakarų politikų. Tai yra faktiškai prašo vakarų spausti Kijevą derėtis. Ir tokiam fone Ilono Masko replikos, kad Krymas bus rusiškas, kad Ukraina esą tegu skelbė apie neutralų statusą, tai tas pats, ką Kremlius dabar bando prastumti per vakarų tarpininkus. O šie, ar tai kažkokius taikdarius imituoja, ar tai sudėtingų žaidimų žaidžia. Iš tiesų, jie nori ne Ukrainos pergalės, o Ukrainos ir Rusijos lygiųjų. Zelenskiui ir jo komandai tai labai nepriimtina. Ukraina yra tokia šalis, kurioje valdžia labai priklausoma nuo tautos nuomonės. Todėl įvyko ir pirmas, ir antras Maidanas. Tas, kuris šiuo metu sutiks su pasiūlymu derėtis, bus nuneštas tautos neapykantos bangos. Tauta nori pergalės, ypač šiuo metu, kai daug kalbam apie galimą branduolinį smūgį. Taip, Kremlius bando įbauginti vakarus, esą saugokitės ir kažkaip padarykite įtaką Zelenskiui. Tuo metu Ukrainos visuomenėje dabar toks nusiteikimas, kad ukrainiečiai nieko nebebijo. Taip pat ir branduolinio smūgio. Anot Andrejaus Okaros, Rusijos branduolinis arsenalas gali būti panaudotas prezidento plus gynybos ministro plus generalinio štabo vadovo sprendimu. Komanda paleisti gali būti sustabdyta vykdymo metu žemesnėje grandyje. Ten 10 žmonių, kas nors iš karininkų gali pagalvoti, kad gyvenimas geriau nei mirtis. Antra, pasirengimas taktinio branduolinio ginklo paleidimu yra stebimas užsienio žvalgybos ir gali būti užkardytas. Hipotetiškai svarstant, branduolinis smūgis gali būti įvykdytas Ukrainos arba neutralioje teritorijoje, pavyzdžiui, Arktikoje. Ramiajam vandenyne, juodoji jūroj arba ir kurioje nors NATO šalyje. Suprantama, kad pastarasis variantas atrodo neįmanomas, nes tuo met prasidėtų pasaulinis karas. Tačiau šiuo metu Rusijos vadovybės psichinė būklė tokia, kad bet kuris atrodytų neįmanomas scenarijus gali tapti įmanomu. Ukrainos kariuomenės pergalės pietų fronte stumia Maskvą į pralaimėjimą. O Putinas yra pareiškęs, mums nereikia pasaulio, kuriame nėra Rusijos, kuriame Rusija visų nenugali. Tad kaip atsakymas į ukrainiečių pergalės gali atkirsti branduolinis pasveikinimas. Na, как вы думаете, куда движется ситуация сегодняшняя? Вы закончили на этом, куда движется война, как ситуация может выглядеть через месяц или неделю? Ну, война отличается от
футбольного матча как раз тем, что в футбольном матче мы всегда болеем по каким-то причинам за одну или другую команду, и нам всегда весело, даже если наша любимая команда проигрывает. Ну, может быть, не весело, но это всегда такое ироничное такое ощущение жизни. Ну, проиграли, значит, в следующий раз выиграют. В войне все очень непредсказуемо, даже тогда, когда тенденции наметились определенные. На данный момент тенденции таковы, что можно говорить не о переломе военных действий в пользу Украины, а о начале перелома. Вот. Но, тем не менее, война на то и война, что сегодня так, а завтра совсем неожиданным образом. И в отличие от футбола, ну, мы там поболели за кого-то и все. А в войне, к сожалению, и одна, и другая стороны платят жизнями людей и своей исторической перспективой. И уже сейчас можно говорить, хотя у меня такое впечатление было с самого первого дня войны, что это война не за территории, не за людей, не за какие-то экономические ресурсы, а эта война прежде всего имеет экзистенциальный характер. То есть это война ценностей, это война представлений о жизни, это война разных моделей политического устройства, это война разных образов жизни. И, в общем-то, совершенно неправы те, кто считает, что это разборки бывшего имперского центра с бывшей какой-то провинцией. Эта война с самого начала имеет характер именно мировой войны. Просто вопрос заключается в том, что эта мировая война может ограничиться вот военными действиями в масштабе Восточной Европы между Россией и Украиной. Ну, а может она перерасти в что-то более глобальное с более непредсказуемыми и трагическими последствиями. И в данной ситуации существует такое представление, которое доминирует сейчас и в Украине, и в России, что та страна, которая в этой войне проигрывает, она превращается в изгоя, она, ну, не то чтобы стирается из истории, хотя в случае Украины, видимо, это будет именно стирание из истории. Если Украина проигрывает, ее не будет существовать ни как государства, ни как народа. В случае проигрыша России, судя по всему, там есть несколько важных реперных точек, в том числе сохранится ли ядерный статус или не сохранится. И в зависимости от этого Россия тоже может существовать или как небольшое, может быть, большое, но средних масштабов региональное государство, либо же она становится такой глобальной империей, которая навязывает всему человечеству свое понимание бытия. Мы видим, что попытки сформировать какую-то вменяемую идеологию, которая бы была такой путеводной звездой для России, для российского руководства, для Кремля, для российского общества, для российской армии. Вот все попытки сформировать что-то вменяемое, они закончились провалом. Это Советский Союз имел идеологию марксизма-ленинизма, коммунизма и образ будущего, там, экономическую модель какую-то оригинальную. Ну, это все, конечно, очень страшные были вещи, но, по крайней мере, это было продумано и сформулировано. В России все попытки сформулировать закончились примерно тем, о чем говорил Путин в Георгиевском зале 30 числа и потом на Красной площади. Какие ценности у Путина в голове? В начале войны он говорил, что цель войны — это денацификация и
милитаризация Украины. Потом начали говорить, что, наверное, цель войны, чтобы Украина не вступила в НАТО. Потом цель войны – это защита Донбасса. Теперь говорят, что Россия воюет с Западом на территории Украины, и уже как бы нельзя не воевать, потому что иначе Запад Россию поработит. Ну и теперь Путин говорит о неоколониальном дискурсе, о том, что Запад – это вечный колонизатор. Фактически то, что он говорил в Георгиевском зале, это актуальность примерно 40-летней давности. То есть это для современного мира, ну, это просто ну, неактуальная тема. Да? Это теперь изучается в истории, история политических идей. То есть это какой-то очень такой древний нафталин. Это не соответствует реалиям современного мира, несмотря на то, что, конечно же, мы понимаем, что в современном мире нет никакой там гармонии, взаимопонимания и устойчивого развития. Да, все сложно, но то, что говорил Путин о том, о Западе как о колонизаторе, это было давно и неправда. Ну и во-вторых, семейные ценности, что вот надо, чтобы была мама и папа, а не родитель номер один, номер два и номер три. Впечатление, что вот в российском политическом сознании государь-император – это родитель номер четыре. Просто российская пропаганда последние годы, она тоже не может ничего изобрести содержательного, и поэтому они эксплуатируют тему борьбы за семейные ценности, там, за папу и маму против родителя номер один и номер два, и это пытаются выдать за какой-то вот то, что Россия будет защищать во всем мире. Mm-hmm. Ну, это особенно это смешно, например, в таких странах, как Польша, да, Польша, которая, ну, в общем-то, Россию, наверное, опережает по борьбе за традиционные ценности. То есть это тупая, совершенно бессмысленная, бессодержательная демагогия, но тем не менее сама Россия в данной ситуации, Путин говорит, что вот мы против колониализма, но фактически война с российской точки зрения это, в общем-то, война колониальная, ну а украинская война с украинской точки зрения это война освободительная, отечественная, ну, война за свое существование. Поэтому какой-то компромисс, вот когда есть война за что-то, за что-то материальное, за кусок территории, за какие-то доступ к экономическим ресурсам, всегда можно найти компромисс. Но когда война за ценности и война, причем такие не просто какие-то политические ценности, а ценности жизненные, экзистенциальные, как теперь говорят, ну, в такой борьбе всегда очень сложно найти какой бы то ни было компромисс. Kaip jūs galvojate, kur link juda dabartinė situacija? Andrejus Okaras sako, kad kare viskas labai nenuspėjama. Šiuo metu galima kalbėti ne apie Ukrainos kariuomenės persilaužimą, o apie persilaužimo pradžią. Apžvalgininkas sako, kad nuo pat karo pradžios manęs, kad tai karas ne dėl teritorijų, ne dėl žmonių, ne dėl kokios nors ekonominių interesų ir resursų, tai karas dėl vertybių, tai skirtingų politinių darinių, skirtingų gyvenimo būdų karas. Labai klysta tie, kurie mano, kad tai buvusio imperinio centro ir kažkokios provincijos tarpusavio santykių aiškinimasis. Anot to karo šis karas nuo pat pradžios turi pasaulinio karo bruožų. Ir Ukrainoje ir Rusijoje šiuo metu dominuoja įsivaizdavimas, kad ta šalis, kuri pralaimės, taps atstumtaja. Pralaimėjimo atveju Ukraina bus ištrinta iš istorijos, o Rusija taps didelė, bet tik regionė valstybė, be brandolinio statuso. Kas dedasi Putino galvoje? Karo pradžioje jis kalbėjo, kad tikslas Ukrainos denacifikacija ir demilitarizacija. Po to pradėjo kalbėti, kad tikslas, jog Ukraina neįstotų į NATO. Po to, kad Donbaso gynyba. Dabar kalba, kad Rusija kariauja su vakarais Ukrainos teritorijoje ir jau nebegalima nekariauti, nes kitaip vakarai Rusija praris. Tokios kalbos kvepia naftalinu. Tai visai neprimena šiuolaikinio pasaulio, sako Kara.
Kai karas vyksta dėl kažko materialaus, dėl teritorijos kąsnio, dėl prieimo prie ekonominių resursų, tokiu atveju visą laiką galima rasti kompromisą. Bet kai karas vyksta dėl vertybių ir ne dėl kokių nors, pavyzdžiui, politinių vertybių, o dėl gyvenimo vertybių, egzistencinių vertybių, tokioj kovoj kompromisą rasti labai sunku. Kągi, tai buvo pokalbis su Andrejumi Okara, politologu. Ačiū jam už pokalbį, ačiū visiems tiems, kurie klausosi Ukrainos balso. Kiekvieną savaitę aptariam Ukrainos aktualijas dienos klausimo laidos formate. Likit su mūsų programa. Ukrainos balsas. Laida Ukrainos balsas remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.